5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Брайан Кнайт. Типа рыцарь Брайан, что такое. В общем, я ее уже рейдил один раз буквально, по-моему, или может два. Но нужна, как обычно, C4, которая находится где-то здесь у меня. На базе я их потерял, либо у меня их вообще нету. Поэтому буду брать с почты. Тут надо взорвать одну сишку, потому что ящики находятся только в этом маленьком домике 3 на 3. И больше тут ящиков нету. Открыл я еще здесь часть базы, чтобы показать вам, что ящиков вы тут не найдете. Поэтому тут даже ломать бессмысленно, зря шум поднимите. Ну тут соломенная эта дверка, так что, если кому интересно, можете и сломать. Так, доски, кожу заберу. Это меня украли. Так, этот ящик, что тут? Красный талон. 20 реального мяса, которое у меня украли. Здесь. А что тут есть вообще? Ящик, ничего интересного не вижу. А здесь чего? Требуется взрывчатка? Нет, не требуется. Так, это, вот это заберу. И, ну, пожалуй, вот это тоже можно забрать. Здесь пиво, которое у меня украли, алкоголь, который у меня украли, 3 штуки. И надо найти только микросхем, получается. Вот и микросхема, собственно говоря. Это я тоже заберу, мало ли, вдруг пригодится. Каменные блоки, ну, пусть будут, у меня его что, в избытке, ну ладно. Лучше найти на базе, чем потом их делать, мало ли что. Так, ну вроде бы все, всю базу зарейдил, байка тут нету. В пикапе пусто, можно уходить. На этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.